Смотри, берем такую штуку, и она уменьшается, увеличивается. Можно через Tab задать ее размер 350, например, и этот габарит пересчитается. Вот с двойными чуть-чуть сложнее. Так, мы берем, и вот он некорректно пересчитывается. Давайте отмена. Повторяем. Так, сначала включаем секущее. Show Height Divider. Выбираем направление, и вот секущее появилось. Налево ее перетащим. И повторяем. А, нет, она же у нас симметричная. От центра. Так. Ну и опять попробуем через Tab 1200. Окей. Там за фаски прицепился. 1200.